субботу в Ишиме состоится конкурс моделей одежды «Фея». По словам организаторов, юные участницы готовились к конкурсу весь учебный год. Для кого-то он станет дебютом, а некоторые девушки выйдут на сцену в собственноручно сшитых нарядах уже в четвертый и пятый раз. Отметим, что конкурс «Фея» проходит в Ишиме уже 15-й год подряд. В 1997 году проходил городской конкурс «Серебряная игла», и на следующий год была инициатива провести в Доме творчества подобный конкурс, поскольку в этом конкурсе приняли участие в основном девушки наших швейных объединений. И в 1998 году у нас состоялся первый городской конкурс модели одежды «Фея», на котором приняло участие 70 девушек. Это был самый массовый конкурс. На подиуме киноконцертного зала имени 30-летия ВЛКСМ представят свои работы юные дизайнеры из школ и других учебных заведений города. Зрителям покажут модели школьной и молодежной одежды, вечерние платья и фантазийные костюмы. Последние шили не только из ткани, но и из всех доступных материалов. Для кого-то источником вдохновения стали фольга и полиэтилен, а кто-то покупал дорогие ткани. Так или иначе, но у каждого модельера есть свои секреты.